Ты так и знал, что это песня. И тысячами наш путь за днем. Елена, Жанна, Иван и президент музея Лабрадора. Иван Соколов. Кто виноват? Один жена, другой богат. Один смешок, другой влюблен. Один дурак, другой твой враг. И червина, что один уходит жить чужим днем. Но одиноким стал твой дом. И пусто за твоим окном. И мягкий свет, и поглотный, но мой мой. Лучше другой, если боль тебя сыграет. Никольский? Нет. Леша Романов. Да? Романов, да. А я думал, Никольский. Виноват. Никольский тоже поет. Ну что, ребята, будем? Кто виноват, что ты устал? Нет, давай. Сегодня нет ищет цвет. Нет, поражений нет побед. Не равен счет. Помрешь, и мягкий цвет, и мокрые звуки, но мой мокрый ищет руки. Сегодня в Рождество почетные члены музея. Не почетные. Поднимаются Жанна и Елена. Елена Николаевна. Елена Николаевна, а Жанна, Иван, Жанна как получится? Жанна. Ну не Агузарова точно. Жанна Анатольевна. Королев, кто любит. Лен, как твое отчество? Смех. Я любил, ненавидел. Лена, Жанна. Твое отчество спрашивают. Ну, поднимися, пожалуйста, толстый. Толстый. Хорошо, играй. Две прекрасные девушки принимаются почетные посетители музея пса. Я сегодня очень нехорошо играю. Вы себя плохо чувствуете? Дядь Вань, можешь свою песню спеть, пожалуйста, а? Ты можешь метрополитен блюз? Сможешь? Господи, ты можешь.